Любила спать. По вечерам ее не надо было, как других детей, просить и уговаривать. В 9 часов вечера она уже была под одеялом. И могла спать она сколько угодно. Ее часто спрашивали, как ты можешь так спать? Мне снятся удивительные сны. И это была сущая правда. Это случилось в новогоднюю ночь. Маша ничего не слышала. Или почти ничего. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know you'll think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry.
И показалось, что игрушки танцевали. Какие красивые. Вот, эта кукла, наверное, заводная. И это. А этот Дед Мороз, наверное, музыкальный. А это кто? Какое печальное лицо. Ему, наверное, было очень трудно жить. Краска стерлась и сабля потерялась. Бедный, бедный. Было бы хорошо, если бы ты вытерла и мое лицо. Кто бы это мог быть? Я здесь, возле тебя. Выходит, я умею говорить, а ты нет? Кто ты? Я? Щелкунчик. Щелкаю орехи, когда их кладут в рот. Но я не всегда был щелкунчиком. Когда-то я был молодым человеком, офицером. Ну как же ты стал щелкунчиком? Это печальная история. Как-то на королевство праздников напало полчище мышиного короля. Мы храбро сражались, но их оказалось больше. Они победили. А еще, король решил жениться на прекрасной девушке-принцессе. Бедная девушка, она любила меня. Любила щелкунчика? Да, но при чем здесь щелкунчик? Когда-то я был капитаном войск, молодым человеком. Извини, я не хотела тебя обидеть. Да ничего, я не обижаюсь. Этот король превратил меня в тупорные души. И меня продали бродячему торговцу. Принцесса. А что принцесса? Принцесса, наверное, забыла. Неправда. В сказках много примеров, где жених и невеста вроде бы не пара. А на самом деле они живут долго и счастливо. Красавица и чудовище. Принц и Золушка. Шрек и принцесса Фиона, в конце концов. Правда? Честное слово. Маша, ты хочешь до конца помочь мне? Конечно. Но меня нужно расколдовать. Ребята, чтобы расколдовать щелкунчика, нужно расколоть 3 волшебных ореха. Нужно решить 3 сложные задачи. Назовите 3 сказки, в которых рассказывается об орехах. Золушка. Щелкунчик. Еще.